Сегодня два вида дамплингов поедим с барбекю и с для жарки. Сейчас на двух сковородах вшатаем. Маслечко в одну, маслечко во вторую. Высыпаем, да? Давай, сюда будет у нас со вкусом барбекю. Сюда у нас высыпаем для жарки. И жарим. Чтобы видно было. Вот это обычные дамплинги, видите, как они сделаны? А для жарки сделаны как чебуречки. Как-то так. Дамплинги жарятся. Вот они. Вот они с барбекю. Вот они, которые для жарки, как чебуреки выглядят. Уже запах идет ням-ням. Ну что, дамплинги готовы. Вот обжаренные, которые для жарки. А вот эти у нас, которые барбекю. Можно жрать ням-ням. 2 февраля 2022 года. Здорово, подписата. День воинской славы России. День разгрома с советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. А на пожрать у Женечки дамплинги два вида. Это у нас с барбекю, это у нас для жарки. Даже видно, как они отличаются, да? Это как чебуречки идут специально для жарки, а это у нас как обычные дамплинги. Соленья, какие используем? Моркву. Как-то так я забыл вилку. Будем руками. Захотел еще со сметанкой попробовать. Давайте для жарки сначала просто попробуем. Походу они сгорели, блядь. Сука, забыл. Вот падла. Пима нормально. В общем, сравнивая. А как же соевый соус? Блядь, забыл. Опа. Голова. Забыл соевый, блядь, соус. В наличии должен быть. Соус должен быть в наличии. В наличии. Короче, для жарки. Не вижу смысла их покупать. Но для себя. Просто не вижу смысла. От слова совсем. Не понимаю, зачем. Обычный топчик. Где стакан? Угу. Кстати, обычный прям соевым соусом сочетается. Уж на что я не любитель. Я их попробовал, но я хотел со сметаной еще. Сметана в наличии. А, со сметанкой. Типа китайский, да. Типа. По-моему, корейский. Ну что скажу со сметаной? Ну, со сметаной все вкусно. А здесь мальчик. В общем, вот на них у меня нет ощущения, что это дамплинги. Вот это есть ощущение, что дамплинги. Давайте с мазиком. Что по мазику скажем?
Ну, все вкусно. И с мазиком, и со сметанкой. Кстати, вот эти со сметанкой, они вкуснее. Угу. Тиктокеры, здорово всем. Спасибо за подарки. Давай с мазиком. Пока по скидке сразу 5 пачек. Все, забрал. Наверное, привезли. В общем, не вижу смысла покупать для жарки специально. Не вижу смысла. Не вижу. Они эти жарятся прекрасно. С трех сторон еще. Может быть, это типа... Ну, нет ощущения, что это дамплинг. Нету. Со сметанкой. Заключительное. Ням-ням. Что кушаешь? Дамплинги. Корейские пельмени. Да. В общем, было все вкусно. Всем пока. Всем добра.